Привет всем! Сегодня приготовим картошечку, которой всегда будет мало. Картофель чистим, моем и нарезаем вот таким вот кубиком. И также нам понадобится пара луковиц, которые мы также очистили, нарезали вот так вот. И сейчас будем подготавливать наш картофель к обжариванию. Нам потребуется обычная такая молотая паприка и соль. Добавляем и то, и другое по вкусу. И все хорошенько перемешиваем. Очень хорошо к такой картошечке подходит вот такая вот приправа курицы. Здесь также у нас в составе паприка, соль, чеснок гранулированный, кориандр молотый, имбирь. Ну, то есть очень такая вкусная приправа, которая будет дополнять нашу картошку. Ну вот, подготовили наш картофель. А тем временем в сковороде разогреваем растительное масло. Как только масло нагрелось, перекладываем нашу картошечку. Ну вот, все у нас сразу так аппетитно зашкварчало. И теперь сейчас примерно минуток 10 будем обжаривать с одной стороны, а потом все перемешаем и обжарим со второй. И накрываем крышкой. А тем временем достаем бабушкины огурчики. Такие вот маринованные огурчики. Сейчас их нарежем, и они будут дополнять нашу картошечку. Такие вот они плотненькие, хрустящие, замечательные огурчики. Картофель обжариваем на не очень сильном огне. У нас 6 делений на нашей конфорке. Жарим на четверке. Ну вот, прошло у нас где-то 7-8 минут. Немножко так помешали нашу картошечку. И добавляем наш лучок. И немного его так тоже стараемся перемешать, чтобы он пропитал своим вкусом вот таким вот насыщенным, чтобы стал. Ну, в целом будет намного вкуснее, если мы так его перемешаем. Все немножко соединим. И все, сейчас накроем опять крышкой и будем уже обжаривать до готовности. Такая вот у нас получается картошечка. Ну вот, прошло у нас минуток 6-7, и наша аппетитная румяная картошечка готова. Конечно же, с огурчиками будет еще вкуснее. Снизу вот такие вот любимые многими поджарочки. В общем, очень вкусная картошечка. Обязательно попробуйте. Готовится легко, быстро, просто и при этом очень-очень вкусно. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч и приятного вам аппетита!